Всем привет! Заснимем сегодня видюшку про посылку. Пришла мне посылка из-за границы от Дмитрия. А именно пришла с города Гродно, Белоруссия. Не надо сильнее показывать. Вот такая посылочка. Тут пришли запчасти на Mercedes 126, который мы поставили. Ой, этот мотор дизельный. Сейчас покажу, что пришло. Конвертик интересный. Ни разу не приходил из заграничных посылок. Маленькая коробочка помялась. А, кстати, отправил Диму ее посылку эту 10 числа. Сегодня у нас 15 января 2018 года. За 5 дней дошла с Белоруссии до Новосибирской области. До Сузуна аж. Я считаю, это очень быстро. С учетом, что еще были праздники. Так, а пришла вот такая вот интересная штукенция. Ну, кто-то знает, что это такое. Это вакуумный регулятор на дизель под коробку автомат. Вот на 617 мотор я буду ставить. Так, и также тут еще пришла, ну вот, площадка вот эта вот. Комплект, так сказать, тяг. А вот это для чего интересно? Тут что-то сильно много, чтобы разобраться, что куда. Короче, это... Под коробку автомат получается. Так, как она работает, интересно. Блин, еще бы узнать, как потом это все подключить дело. Ну, короче, она прикручивается вот сюда на крышку клапанов. Вот так вот. Получается, как только она работает, я так и не понял. Ну ладно, разберемся. Посмотрим на видео, как она работает. Примерно. Ну вот, такая вот небольшая посылочка. Скоро мы ее будем устанавливать. Правда, немножко попозже. Тут сейчас у нас проблемка с самой коробкой. Бублик у нас полетел, треснул на нашей коробке. Сейчас пока ничего не взял и не приобрел. Так, ну здесь вижу ролик надо. Будет такой небольшой стоит. Но это у нас есть ролик. Ну, в общем, все. Вот такое небольшое видео. Дима, тебе спасибо за посылочку. Также заходите на Димин канал, скину ссылочку в описании. Дима занимается мерседесами тоже, ну не только мерседесами, много чего про них знает. Даже мне столько, как говорится, долго еще я и знать, наверное, не буду. Может быть, кому что-то. На его канале также есть видео интересные. Есть про 617 Мерседес, ой, Мерседес двигатель, как он турбину поставил на него. Причем на простой 617. У него Mercedes 126 с коробкой автомат и с таким двигателем на его канале. Там про коробки тоже есть видео, он рассказывал разные различия всякие разные. Ну, в общем, много чего интересного есть на его канале, так что заходите. Ну, а на этом, как говорится, всем спасибо за внимание. Комментируйте, оценивайте. Не забывайте делиться. Ну и до свидания.